Здравствуйте, коллеги. World Food Moscow вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Сергей, привет. Всем здравствуйте. Меня зовут Константин. Компания «Золото Каспия». Мы выращиваем осетровых пород рыб, русского осетра, сибирско-ленского и производим очень вкусную, крутую черную икру. Вот я буквально 3 секунды назад узнал, оказывается, что промысел, честно, добыча, вылов такой рыбы у нас запрещен нынче, но при этом, при всем, ваша компания делает так, что мы можем попробовать этот деликатес. Вы выращиваете и где, подскажите, ваше производство? С удовольствием, Сергей. С 2007 года в Красной книге у нас осетровые породы рыб, поэтому вылов запрещен и в Каспии, и в других реках страны. Поэтому есть рыбоводческие фермы закрытого типа, есть садковые, и мы одна из таких ферм. Наш учредитель очень много инвестирует в технологии, ездит по всему миру, по всем рыбоводческим фермам, как выращивают осетрину, как правильно кормить, какая должна быть температура, вода, очистка воды, изучает. И, собственно, я являюсь региональным руководителем отдела продаж этого прекрасного предприятия под названием «Ржевский рыбоводный комплекс». Расскажите, получается, у вас есть и икра, и рыба сама. Получается, у вас производство от самого нуля, от маленького малечка до вот целой уже готовой продукции. Ну, я не технолог, конечно, и все тайны технолога выдавать не буду. Но могу сказать, что, конечно, малек и выращивается, и докупается. Малек – это вот такая рыбка, это и такая рыбка тоже считается малек. Технологии очень разные, потому что мы делаем и стараемся максимально всегда делать бесперебойную поставку забойной рыбы, а поэтому маточное стадо очень сильно истребляется, к сожалению, слово такое не очень, да? И приходится докупать малька и использовать различные технологии для того, чтобы всегда была вкусная икра у наших клиентов, у наших партнеров на прилавках. Расскажите ваши планы на нашу выставку, укрепить свои бизнес-связи и найти новые. Вот как вам наша выставка в принципе в целом для бизнеса? Все мои клиенты, это одна большая семья, и все мне пишут в Инстаграм, везде: «Костя, летим на выставку». Я прилетел, вот уже с 5 нашими партнерами, клиентами встретился, еще буду продолжать встречаться сегодня, завтра, послезавтра на мероприятии официальном и после. Ну, мы круто проводим время, я очень люблю своих партнеров, клиентов всей России, большой привет всем-всем-всем Волгограду, Красноярску, Ростову, Таганрогу, я не знаю, всем, ну просто всей России, Новосибирску, Екатеринбургу, Томску, Иркутску, всем привет, всех люблю, всегда с вами, 24/7. Спасибо вам за жизненную энергию и пожелаем вам удачи. И ваша работа дает возможность нам попробовать такую редкую рыбу. И это ли не чудо? Спасибо вам большое. Намаскар.